Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатибабка ёшканутая. Вот у тебя что-нибудь получится, не нашлось в голове, а? Сегодня мы находимся там, где все мировые запасы косметики и макияжа исчерпаны. Мы находимся там, где лучше не смотреть в зеркало, потому что можно посмотреть и обосраться. Ну, в смысле, от страха лучше не смотреть. Да не, неправда. Мы находимся там, где ни один салон красоты тебе не сможет помочь. Мы в Саратове. И не спрашивайте, почему это все подписчики постоянно спамят. Мне где-нибудь напиши Саратов, скажи Саратов, Саратов, почему нет Саратова? Вот Саратов и книга тут моя вообще ни при чем. Сосиской моей, со статистикой нет. Ты хочешь сказать то, что в Саратове ни один салон красоты не сможет исправить твою природную красоту и никакую косметику там не найти на полках магазинов? Все скупили, всю косметику скупили, работать в салонах никто не хочет, вот так вот и случилось все. Ну, Саратов так Саратов. Я надеюсь, что в Саратове не такие красивые девушки, как Катя, а намного красивее. Конечно, у них же нет на башке тыквы. А, так это тыква! А я думал, ты просто сегодня проснулась и вот это ли левую сторону лица отлежала. Ой, все, короче. И кто там? Видишь кого-то? Не, вообще ни следа, никого. Он даже жертву приношения кинула богу Майнкрафта, ничего не говорит. Не успели мы зайти в Майнкрафт в очередной раз, как кто-то, кто живет высоко-высоко на небе в облаках, сказал нам то, что сегодня нам ни один салон красоты не поможет. Ни одна пластическая операция нам не поможет. И даже святой дух Майнкрафта нам не поможет. Ничего нам не поможет. И я в душе даже не чаю, что он хотел этим сказать и от чего нам сегодня надо будет нам помогать и спасать. Подожди, а чё, в Майнкрафте все это время был святой дух Майнкрафта? Ну, если тут есть бог Майнкрафта, значит, святой дух Майнкрафта тоже здесь должен быть. Прикольно. Ну, как обычно, новая деревня, новые приключения, новые проблемы на задницу. Я тебе предлагаю сразу побежать в кузницу и посмотреть, что там у нас будет. Ты знаешь, последний раз в кузницу мы побежали, и было там не очень хорошо. Давай не пойдем, а? Я вижу, этому дураку там очень весело с этой дверью, да? Это он сам что ли делает? Господи, помилуй, да выпусти ты его, что ты всю жизнь, наверное, тут провёл. Он сам выбрался. Я ему сломал блок, Кать. А, слушай, давай мы с тобой решим, кто из нас в кузницу пойдет. Если вдруг там будут алмазы, он их себе заберет, например. Как тебе такая идея? Ну давай, а как мы решим, кто пойдет? На камень, ножницы, бумага, давай решим. Ну давай, давай, я готов, давай. Давай, давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Я выиграла. В смысле выиграла? Я даже не знаю, что ты поставила, я бумагу поставил. Алмазик, железный нагрудник, железный шлем, кусочек. Ты что поставил, откуда-то? Ты не выиграла в камень, ножницы, бумага. Ну, если даже я не выиграла, то алмаз я уже себе забрала. Собака сутулая. Вот оно как бывает, да? Да, сейчас я еще железо заберу. Обманула, так об... Вот оно как бывает. С-под тишка подкрадываются люди, да, ко мне? Криперы вот эти. Хе-хе-хе, алмазик мой, алмазик, алмазик мой, алмазик. У меня уже 5 целых алмазиков в инвентаре. Скоро броньку себе сделаю. Что-то я вижу как-то слишком высоко. Ну если об этом... Если об этом говорили, то что салон красоты не поможет, то тебе даже, Катя, вот это перерождение в другого человека не поможет. Ой, а ты чё такой маленький стал? А ты чё такая страшная стала, а? Ты не обзывайся. Матерь святая, и вот я с этим чудо-юдом длинношеем встречаюсь, это ты? Это я, Не-не-не-не-не, дай зеркало, зеркало, достань из сумочки, пожалуйста, вот здесь откуда у меня сбоку сумочка. Откуда я тебе в Майнкрафте зеркало возьму? Иди в стекло посмотри, я не знаю. В стекло посмотрю. Ой, мистер Крипер сзади, аккуратно. Хитрит колотит, да вы успокойтесь, нет в этой серии! Кать, ты на стене... Я предупреждала.
Подожди, я вижу себя в отражении в стекле. Я сомневаюсь, что ты там что-то можешь видеть, но ты чупакабра еще та просто. Зато есть плюс! Ты фиолетовая чупакабра! Я фиолетовая, я вижу, что я фиолетовая, это счастье, хоть я и страшная, как не знаю кто, и вообще странно не понятно. Как Вторая мировая война, ты страшная, вот кто ты! Ну-ну-ну-ну, я еще более-менее миленькая. Посмотрим, что с тобой произойдет. А с чего ты взяла то, что со мной что-то в этой серии произойдет? Со мной ничего не будет в этой серии происходить. Нет, даже не думай ничего, вот, нет. Ага, и когда такое было, что с тобой ничего не происходило? А может, вот здесь вот... А что сундуков-то нет? В предыдущей серии в каждом доме сундук был, а сейчас ничего. А может, в этой серии бог Майнкрафта решил то, что со мной ничего плохого происходить не будет? Вот. Слушай, я даже не могу в эту деревню зайти. Ну, в смысле, в этот дом. Я такая большая, что я не помещаюсь в эту дверку маленькую, коротышка. Интересно, как разговаривают эти существа? Давай не придумаем звук. Может быть, какой-нибудь... Мне кажется, если бы ты разговаривала, то разговаривала бы, скорее всего, вот так. Гили-гили-гили-гили-гили-гили-гили-гили-гили. Где как-то вот так, да, ты разговариваешь? Ты смотри! Ой, ты какая, смотри, это такса, да, походу? Такая маленькая! Это пес. Ну, это точно пес. Это точно пес! Ты сюда подойди! Сюда подойди, у тебя есть косточка? У меня есть 19 косточек, чтобы ее приручить. Подожди, если я смогу. Держи косточку, держи! Держи косточку! Опа! Взяла косточку! Ай, и побежала! Смотри! Алло! Если я дал тебе косточку, я хочу что-то взамен, чтобы ты за нами хотя бы бегала. Подожди, или она нас куда-то ведет? Ты сюда подойди, так. Эй, аккуратней будет, ты, может, не к добру. Да я аккуратно. Если собака тебя отводит куда-то в лес, это всегда к добру. Ну, наверное. Такса! Ее нет, она реально умотала. Она просто вот эту косточку у меня стартеп взяла и ушла. Кать! Слушай, я очень медленно бегу, я вообще такая неповоротливая. Ну подожди ты меня, ты вообще да где? Уже нет смысла, это предательница! Ой-ой-ой, отойди от меня, страхолюдина, не приближайся. Ты на себя бы посмотрела в зеркало, куропатка фиолетовая вот эта. Это ты на себя посмотри. Ага, значит со мной тоже что-то в этом проклятом лесу произошло, да? А ты говорил, Майнкрафт меня любит, и меня это обойдет стороной. Слушай, я вообще на самом деле себя чувствую опупенно в этом теле, в этом фиолетовом теле. А ты, конечно, собачка вообще не очень. Потрепанная жизнью. Кать, я же просто влез за собакой побежал! Она тебя укусила. Она меня не укусила, она даже ко мне не подходила. Почему я за собакой побежал и с собакой стал? Это типа, с кем поведешься, того и наберешься или как? Это ее собачьи чакры, чары в тебя вселились, и ты стал пёсой. Ёшкины картошки. Ладно. Не время унывать, пойдем выживать дальше. Да я как бы не унываю, у меня тоже вот так нормально. Я хотя бы не такая страхопедина, как ты, вот. Я бы еще поспорила на самом деле. Yeah. Ты просто такой дикий пес, я не могу. А у тебя вместо башки вантус или ёршик туалетный. Поняла, кто ты такая? Трехногая кабанина. Все, пошли давай. Другую. С ассоциациями у тебя плохо. Ага, халявная еда. Ну слушай, Кать. Судя по логике бога Майнкрафта, учитывая, как у нас раньше выходили серии, где в одной серии мы были худыми, в другой серии мы были толстыми, и вот это все вот так чередовалось, если в этой серии мы с тобой страшные, значит, по такой логике в следующей серии мы должны быть красивыми. Как думаешь, Кать? Я так не считаю, потому что в Майнкрафте нельзя искать логики, это так не работает. В прошлой серии нас убивали эти самые инопланетяне. Стоп! Потом... Я тебе просто скажу то, что если бы на этой планете существовал человек-говно, он бы выглядел, наверное, вот так. Как? Как ты? Ты хочешь сказать... В смысле, я тебе много чего хорошего в жизни сделала, не надо так говорить, пожалуйста, особенно перед подписчиками. Или ты человек-гугл, или человек-говно, или просто... И кто? Объясни ты мне, почему Google или говно сразу? В смысле?
Ну так ты F5 нажми и посмотри на себя, ты! Вот это гуманоид! Так, F5. Да ладно! Слушай, я поняла, и все, это подсказка, это подсказка. Ну, подсказка к чему? Это так бога Майнкрафта зовут, на Г. Григорий, сзади крипер. А почему они меня третий раз в этой серии взрывают, а к тебе даже не приближаются посередине белого дня? Да ты посмотри, какая я большая, я этого крипера еще за 100 метров увидела, а тебя предупреждаю просто заранее, вот и все, короче. Ага, то есть бога Майнкрафта зовут Григорий, да? Поэтому ты буква Г, да? Да. Только проблема в том, что в предыдущих сериях мы узнали то, что бог Майнкрафта — это все подписчики, которые оставляют комментарии. Ну, значит, всех подписчиков зовут Григориями. Ну, я сомневаюсь, что тебя зовут Григорий. Хотя... Ну, вряд... Ну, как... ну, не всех зовут Григорий, это точно. Хорошо. Гера. Герасим. Гоша. Геннадий. Геннадий. Герослав. Герасим. Гвоздика. Георгин. Гром. Кать, нет, твоя теория неверна. Моих подписчиков не зовут на букву Г. Ну, может, кого-то, но не всех. Кать, успокойся. Пошли в кузницу, если здесь есть. Может, мы в этой серии противоядие какое-то найдем. Ты давай по домам ходи, смотри, если, конечно, влезешь в дом через дверь. Я уже второй раз, блин, просто не помещаюсь. Я такая огромная, а ты маленький. Пошли, ну как мы... Нет! На те же самые грабли я второй раз не наступлю. За тобой, вот это, мишуганца, я никуда, ни в какой лес не пойду. Ушла отсюда! Она какая-то радиоактивная, ей плохо. А почему она на двух ногах-то бегает? Ну, я и говорю. У меня сыра нет, вот свежая баранина есть, вот ее можешь захомячить. Так, пошли. Если здесь есть алмазы... Съела! Реально съела? Неплохо. Да? Ты смотри, ну хотя бы немножко вот этого железа. У меня почти уже же фул железный сет броньки. И 6 яблочек. Ну неплохо. Ой-ой-ой, я опять застряла в текстурах. Слушай, Кать, может нам противоядие какое-то найти? А почему я... Я сейчас вижу, что из крыши торчит огромная-огромная башка в виде леденца. Это случайно не ты? Ну я почему-то начал замечать то, что я застрею в потолке. А, ну значит, это ты, огромный-огромный квадратный леденец. Не подходи ко мне, ты слишком страшный. Ой-ой-ой. Матерь божья. Кать, лучше бы мы сегодня в Майнкрафт в принципе бы не заходили, потому что бог Майнкрафта нас сегодня просто не щадит. Не бог Майнкрафта, а Георгий. Да не Георгий его зовут, я уверен, не зовут бога Майнкрафта Георгий, это подписчики. Так, сзади мистер Крипер, это во-первых... Ядрёный пердосос! Ну, четвертый раз за одну серию! Все, подожди, все, тихо, меня что-то слишком как-то разбомбил. Ты что подглядываешь, сатана? Ты смотри, она стоит там за домом и подкукивает за нами. Ну так это она виновата, скорее всего. Это вот она виновата, что ты стал леденцом огромным, квадратным. И вот тебе такая рубашечка милая, голубенькая. Ой, штанишки тоже. У тебя тоже как бы зелененькие и вот эти хорошенькие штанишки. Конечно, не такие крутые, как у меня, но все же... А можно тебя попробовать? Ты меня лизнуть хочешь? Да, ну ты же леденец. Только я не могу забраться. Давай хотя бы ты меня... Остановись, не... давай я тебя попробую. Не попробуй. Надо меня лизать! Да. Надо. Отстань, я не хочу, чтобы ты меня лизала. О, господи, ты... Уйди ты... А как... Что? Я ничего не понимаю, что происходит. Как нам найти противоядие? Уйди ты, заяц, бесишь меня вот это. Как нам противоядие-то найти? Ты мне можешь объяснить? Ну, не знаю, пойдем у мышки спросим. Может, она знает. Кстати. Мышка! Тут сырочек бесплатный. Ты где? Не-не-не, у нас тут из бесплатного только огромный леденец. И он невкусный, я пробовала. Не надо меня лизать, я тебе еще раз говорю. Ой, какие вы все миленькие, на ночь глядя повылезали. Так, мышка, мы тебя, конечно же, ищем. Подойдите все, пожалуйста, сюда. У вас здесь это нормально, мышка, в городе, то, что ночью большие гусеницы выбегают, да? Мышь, подойди, поговорить надо с глазу на глаз. Мышь, слышь, пс, леденец огромный, ты. Да, иду. Изумруд есть? Изумруд? 7 изумрудов есть.
Отлично, короче, мышь, ты тут, наверное, хозяйствуешь, да, у нас тут в этой деревне? Подскажи нам, как нам вернуться снова вот в красивое обаяние вот мое? Как, скажи, ты, как? Ты способ, не... знаешь, как вернуться в нормальных, красивых? А то реально в этом вашем Саратове... О, не... она жрет. Она жрет, мышка, да уйдите! Пятый крипер за одну серию! Мышка, тебя сейчас гусеница чуть не сожрала. Ты это видела? Да, она это свои подъемы. Это свои? Говорю, в этом са... Что-то громко эти звуки гусениц. Давайте отойдем подальше. Так, ребят, пойдемте на переговоры, отойдем вот подальше. На деловые переговоры. Я чё говорю, то что в этом вашем Саратове реально ни один салон красоты нам не поможет. Кате-то точно, мне еще может быть. Как нам спастись? Может, ты нас отведешь? Григорию, богу Майнкрафта, и может он нас превратит обратно в нормальных людей за один изумрудик. За один? Что ты жмот-то такой, да, два хотя бы, может у нее дети? Ну если у тебя дети, держи два. Ну ладно, держи три еще мужу. А, ну вот муж вообще не у всех есть. Че, отведешь? Пошли, она нас куда-то ведет. Она нас куда-то... Пошли с этой чертовой проклятой деревни, потому что здесь гусеницы сейчас всех сожрут, наверное. Пошли, Катя. Они реально просто начали у меня на глазах землю жрать. Так, мышь, только давай без шуток, хорошо? Мы тебе три изумруда не просто так заплатили, а чтобы ты привела нас куда-то и дала какое-то зелье. Ой, посмотри, у нее здесь семья. Опа, она зелье тебе дала, Кать, без зелья! А тихо. Вот куда ты нас привела? А я тебе говорил то, что ее муж есть, значит не зря я ей три изумруда дал. Ой, вы какие мусифусечки. Кать, ты выпила? Да, сейчас буду пить, подожди, я просто это, настраивалась. Ой, спасибо вам, люди, мыши добрые, спасли меня, да? Ну, как тебе сказать? А чё я их вижу на своем уровне, вот, глаз? Добро пожаловать в крысиную семью, Кать, ты теперь одна из них. Я мышь? Они тебе, походу, не то зелье дали, да, крысюки, вот это? А я вам... Мыши, А я вам три изумруда... Нет, себя заберите это зелье, я его пить не буду! Травы вот это, Кать! Подожди, а вот ты, крыся, вот эта мышечка с этого момента. А я вот этим леденцом буду. И никто меня с этого момента лизать... Ой, вот это, лизать не будет. Не-не-не, ну подожди, ну выпей зелье, ну давай станем мышиной семьей, пожалуйста. У тебя есть сейчас и бабушка, и дедушка, и сестра, и муж. Вот заберите свое чертово зелье. Вот давайте вы будете вот вчетвером тусоваться, а я пойду. Лично с Григорием познакомлюсь. До свидания. Останься. Заберите, пожалуйста, 4 изумруда вот себе. И пока. Было приятно с вами всеми познакомиться. Чур меня не лизать! Ну я же сказал, не лизать, а?